Хотим представить вам планшетник для детей. Сейчас я покажу вам его функцию. Привет, Боди! Мяу! Что ты умеешь делать? Я могу погрустить вместе с тобой или приободрить и развеселить тебя. Рассказать шутки и анекдоты. Включить тебе музыку. Расскажи анекдот. Жил-был парень, которого заколдовала колдунья. И он мог говорить только одно слово в год. И вот этот парень влюбился. Он 7 лет не говорил ни слова и собрал 7 слов. Подошел к девушке и сказал: «Я люблю тебя, выходи за меня». А она вытащила наушники и сказала: «Что?» Расскажи шутку. Сын игрока в покер никак не может понять, любит его отец или нет. Глупый кот. Сам такой. Ох, как же я устал. Устал? Хочешь на ручки? Может, музыку? Веселым, свежим, теплым, кем ты жив, с тобой гулять. Знакомиться с друзьями, чтоб вместе поиграть. Тем очень весело, со мной смеется без пора. Любимой игрушкой ты назовешь меня. Любимой игрушкой ты назовешь меня. Очень-очень нравится смешить твоих друзей. Всем